Всем привет! Мы с вами в магазине «Светофор» в одном из четырех в нашем городе Каменске-Уральском. Я сделаю обзоры на все четыре магазина «Светофор», и мы сравним, какие в них товары в продаже и по каким ценам, и что мы будем в них покупать. Компот. Что-то компот как-то мне не очень понравился. 58,90 Узбекистан. Орехи кешью. Мелкие какие-то поломанные орехи. 273,90 500 грамм. Фисташки. Жареная соленая. 300 грамм 227,90. Финики. Финики тоже можно на новогодний стол. Так, посмотрим цену. 110,90 1 килограмм. Так, это миндаль. Миндаль 500 грамм. 367,50. Выбираем ребрышки свиные на холодец. Ребро свиное, замороженное. 139,50 килограмм. Вот этот вот пакет на 214 рублей. Ну, давай смотрим, какая самая лучшая. Давай, с ребрышками. Еще мы хотели взять кальмары. Кальмар нет, Володя? Нету кальмар. Так. Бедро куриное. 92,50. Замороженное. Так, что есть из рыбы? Минтай 88,90. Недорогой. Филе пангасиуса 216,90. Камбала 93,50. Фарш минтая 175,50. Вот какая новинка появилась. Стол обеденный. Размеры 1590-750. Беленый ясень 1430 рублей. Ножки такие у него интересные. Давайте с той стороны посмотрим. Ага, вот такой вот уютный небольшой столик для кухни в самый раз. Так, что еще новенького? Так, панель ПВХ. 82 рубля, 957 на 480. Коврики. Набор ковриков. Неплохой. Цвет такой приятный. 229,90. Первый коврик большой 50 на 80, второй 50 на 50. Шторки для ванны. Носки мужские 99. 5 пар в упаковке. Термобелье. Это детское. Фуфайка, кальсоны. 304,20. Хлопок 100%. Но сейчас самая зимняя одежда. Такую даже и в подарок можно. Так, простынь трикотажная на резинке. 180 на 200, 100% хлопок. 487 рублей. Вот расцветочки такие. Вот, посмотрите, горошек какой-то. Ромбики синего цвета. Красота. Вот спокойный цвет. Бабочки тоже очень красивые просто. Здесь однотонная простынь, 379, чуть подешевле. И размер, видимо, поменьше, 160 на 200. Полотенца всевозможные, комплекты. Две штуки, 198,90. Посмотрите, какие яркие цвета. Есть меньшего размера. А, ледянка, наверное, вот. А это ватрушка. Да, это надувная ватрушка. Она стоит 787,90. Диаметр 85 сантиметров. А ледянка, это вот такая ледянка, вот она красота какая, 185 рублей, диаметр 60 сантиметров. Вот, пошли дальше. Так, стул кухонный, металлокаркас 563,80. Ну, хороший, нормальный стульчик. Так, бак. Бак с крышкой пищевой, 553 рубля. Хорошие баки и хорошо разбирает.
Корзинка для белья с крышкой 304 рубля на 48 литров. Цвет такой кремовый. Мегабуксы на 10 литров 110,90. А этот на 90 литров 664,50. Корзиночки. Корзинки для хранения 193 рубля. Вот такой размер вы видите. И 131 рубль. Вот такой размер. Вот. Ну, опять корзины для хранения. Так, с этой стороны у нас моющие. Кондиционер для белья Мохито. 3 литра 89,90. И кондиционер «Скандинавская весна» 4 литра 185,90. Так. Детский кондиционер 89,90. Гель 229,90. И вот такой еще гель для стирки 2,7 литра 95,90. Так, что новенького в холодильной камере? Сельдь кусочки в солевой заливке. Симпатично выглядит. 69,90. 540 грамм. Пресервы Иваси Доброфлот. 151,90. 580 грамм. Капуста квашеная с морковью. 900 грамм. 84,50. Кто не успел посолить, пожалуйста, покупайте. Прунчоза по-корейски. Многие хвалят. 144,90. 500 грамм. Спаржа с морковью по-корейски 500 грамм, 143 рубля. Майонез провансаль 72,50. Ведро 1 килограмм. Вот этот тоже хвалит. Гвинпин кетчуп томатный 37,90. 750 грамм. Колбаска. Щедрая Сибирь, сырокопченая стандарт, 329,90. На новогодний стол почему бы не поставить особые русские колбасы. 244,90. Лопатка домашняя, 273,90. Так, это что? Деликатес минский. Огромные какие кусищи. Так, категория Б. 290,90. А здесь корейка свиная такой же категории. 286,90. Сыр рикотта. Мягкий сыр. 500 грамм. 145,90. Такой тоже я возьму. На новогодний стол очень даже пойдет. Народу много. Народу много и продуктов всем хватит. Так что, если не успели что-то прикупить, приходите. Вот это что у нас? А вот рагу свиное. 69,90. Ну, все посмотрели. Ну, вот это наши покупки сегодня. Две баночки тушенки говядины, сыр рикотта и косточки, ребрышки. Ну, молодец. Ну, поехали дальше. Всего на сумму. Так, всего мы купили на сумму. Так, и того мы купили на 452 рубля. А это наши зимние пташки. Слетелись на деревце с ягодами рядом с магазином «Светофор». Послушайте, как они щебечут. Слушайте, как сегодня скрипит снег под ногами. Всех с наступающим Новым годом!
Я пожелаю вам огромного здоровья, а также исполнения всего того, что вы сами себе желаете. С Новым годом, друзья!